Под звуки скрипки концерт объявили открытым и начались поздравления. Свой профессиональный праздник отметили те, кто ежедневно спасает жизни – работники скорой медицинской помощи. Это люди с большой буквы, и кто, как не они, заслужили награду в этот сложный период. К тому же в 2021 году наша станция скорой медицинской помощи отметила юбилей – 60 лет. Работа в службе скорой помощи – одна из самых сложных в сфере здравоохранения. И работать здесь могут только настоящие профессионалы, преданные своему делу, готовые взять на себя груз ответственности за принятое решение. Оставаясь верными своему долгу, сегодня вы делаете все возможное и невозможное. В последнее время популярность профессии возросла, но увеличилась и нагрузка. В период пандемии врачи работали на износ 24 на 7. Скорая помощь выезжала в дома уссурийцев в 10 раз чаще, чем обычно. И теперь они решили на секундочку остановиться, позволили себе отдохнуть и насладиться концертом, музыкой, танцами и, конечно же, добрыми словами в свой адрес. Желаю вам крепкого еще раз здоровья, желаю понимания, желаю, чтобы была зарплата достойной, а также, чтобы родные и близкие всегда были с вами рядом. Мы четко и ясно почувствовали, насколько каждому из нас важна и необходима структура скорой медицинской помощи. И, наверное, нет уссурийца, который бы не сказал вам слова благодарности. Сейчас в штате уссурийской скорой помощи более 200 человек. Каждый ценится. Приходят новенькие, ведь наша станция – это база для учащихся медицинского колледжа, где студенты проходят практику. И часто потом остаются работать, потому что максимально погружаются в свой вид деятельности. Когда они приходят к нам на практику и воочию видят, как работает скорая помощь, потому что на самом-то деле не всегда знаешь все особенности работы. Они просто-напросто влюбляются и, можно сказать, целыми группами желают работать на скорой помощи. На данный момент тяжелые времена позади. Ковид отступает, но работы у медперсонала меньше не стало. Вызовы на пульт поступают бесконечно. И свое дело фельдшеры и медсестры выполняют доблестно. На торжественном событии работникам вручили письменные благодарности за их тяжелый труд и отметили важность таких замечательных специалистов. Елена Карпенко, Роман Адонин, Телемикс.